Why waste a good opportunity for pain? Приветствую, дорогие друзья. Продолжаем наше соревнование за звание лучшего маньяка на Silent Hill. Так, в этом отборочном туре, поскольку у нас Konami японская корпорация, игра японская, поэтому давайте у нас будет отдельный отборочный тур для представителей Востока. Их тут немало, кстати. Меньше, чем многих, но все-таки. И начнем мы, конечно же, с моей любимой Ринки. Это будет боль, это будет страдание, я уверен. Ну, школа на то и школа, чтобы там страдать. Раунд 1. Отлично. Давно не играл за Ринку. Но там все десятые престижи стояли, так что я думаю, мне сейчас задницу-то надерут. К тому же не будем забывать о том, что девки, они такие злые. Там все ребята, кстати, еще без этих. Без всего пришли. Значит, они знают, что делают. Девки злые, поэтому я думаю, Олеса сейчас не даст мне сестренке выиграть по-любому. На нахуй. It is here that I shall begin my reign of hurting. Он на нас охренел. Аж с перепугу палетки начал продавать. На нахуй. Ну это было жестко. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ну и бать она ли? Ну, а я тут, собственно, тут, как бы говорится, при чем? Я не при чем. Сидите в жопу, я пошел домой. И что это? Ну что я могу сказать? Это печально. Придется переигрывать. Ладно, дубль 2. Номер, наверное, поднялся. Так что я опять буду страдать. Вообще странно, у тех пацанов, у них 10-е престижи были. Ну чувак упал первым так быстро и все, и решил, что нахуй надо. Такие приключения. Это неправильно. Это очень неправильно. Я там даже ничего не нафармил. Прикиньте, вообще там жесть какая-то. Ага. Не про канала. Хорош. Блядь, только не вливай, я тебя прошу, ну. У меня как бы это, соревнование серьезное, а выливаете. После первого падения, ну. Чё? Мне показалось, что там фонарик был. С фонотением, фонарик. And that's just the beginning.
Это ж надо быть дебилом, да? Блять, я потерялся. А, мы здесь разбили, я понял. А, ну... Тут, как говорится, другое дело. Привет. Хорош. Man, that feels good. Далеко ползем. Там девка поиграла уже. Блять, это на улице. Ладно. Я хуе отнялась. You can run, but you can't hide. You like that? Another customer served. Что-то не так, по-моему, тут с крюками, они как-то неправильно расположены. Bomb has been planted. Папочка славная, приятель. Только я все видел. Your puny weapons. I laugh at them. Ha! Да ладно, он же под фонотением должен был быть, нет? Ой. Дальше что? А, крюк. Так, ну мы пока что-то как-то хуёвенько играем. Тут кто-то был, точно, я знаю. Тут кто-то был, но куда-то он делся. Даже с моей бешеной скоростью. А, блядь. Ну да, это ошибка такая, достаточно серьезная. Девка уснула. Ну, это не мои проблемы, как говорится. Вообще не мои проблемы ни разу. Рашит тут как не в себя. Здрасте, пугало. Не донесу, наверное, это же конь. Донес. Под фонотением сидит, хуярит.
Да ты идиот. Я посмотрю. Блядь, там был крюк поближе, кстати. Ну ладно. Неважно. Foolish mortal, when will they learn? Не знаю, что там у ребят с головой, но они, видать, это... А, блядь, это, я думал, это, да. А Клоуд что, всех продает, что ли? Не пойму. Pennies from Purgatory. Клоуди, твои товарищи погибают. Ты в курсе? А что не так-то? Вот Клоуд крыса в натуре, пиздец. Ведь она еще сейчас уйдет. Такие всегда уходят. Нечего. Понял, я почти полкарты пролетел, что ли, получается? Ага. Клоуди! Спринт. Не-а. Я таких крыс не отпускаю. Продала всю команду. Испортила мне игру. Мы с Олесой таких не любим. Справедливость восторжествовала. Крыса наказана. Нина чемпион, Нина молодец. Не, ну это слабые какие-то, откровенно слабые. Ну блин, у меня так-то тоже не бесконечные карты. Нет, эти хотя бы что-то пытались. Но то, что они слабые, ну, блядь. ММР, наверное, пониже стал, я хз. Ну ладно, будем считать это за победу, ну потому что... Ну хз. Они вроде что-то попытались сначала, а потом у них руки опустились как-то, и у них в команде оказалась вот такая вот крыса. Они по-прежнему боялись меня. И их страх давал мне силы. По имени Клодет Мораль, которая их продала. Они могли еще играть спокойно, причем это вообще конь был, блядь. Этот гранатами там что-то пытался. Ну просто, короче, вот из-за этого вот товарища The Frost, вот так все и получилось, потому что она просто всех продала. Они могли еще спокойно играть, они могли еще спокойно придумать стратегию. Есть у нас и конь, и гранаты. А, и напролом с осколком был. А просто вот одна вот эта вот дрянь, она продала всех и позорно сдохла сама. Иронично. Round two. Так, ладно, разбавим нашу японскую компашку одним сасным корейским куном. Не помню, как он на этой карте себя чувствует, но так, плюс-минус, херовенько. Но проблема в том, что я за него достаточно много играл в последнее время, и у меня ММР очень высокий. А это значит, что, скорее всего, меня будут сейчас жестко драть. Мне, конечно, не привыкать, меня уже побежали. Эх, а мог попасть. Красиво, на скилле.
Нихуя там они рашат, блядь. Ну да, они кончились, конечно. Блядь, чуть-чуть не хватило. А мог. Бля, мне ножи надо перезарядить, я не могу, блядь, я бегаю за этим говном. А, ну у него уже пропала эта хуйня, понятно. Бля, там дырка, ну понятно, я не догоню. Это два гена, впустую. Блять, это напряженный был момент. Ну хоть где-то ножики помогли. Ну мало ли. Ну ускорение. Бежим обратно. Так, Ген откатывается, это хорошо. Там завели. Так, ладно, пойдем туда там посмотрим. Завели. Все, не успел. Дрянь, блядь. На, нахуй. Вот это она ошибку сделала сейчас. О, грандиозную просто. Не знаю зачем, наверное, просто кнопки перепутал или хз. Блять, а до того Гена. Нахуй на первый этаж спустился. А, ну это я опять, да, какую-то хуйню сделал. С ошибка. Ой, ошибка, 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 ошибка на ошибке. Не, тут надо сразу, надо было треугольник какой-то себе делать. Потому что, ну иначе это пиздец, это, да. Я говорю. Ну и все, ничего не надо для счастья. Просто палетка одна, и там заведен ген, и мы проиграли опять.
Мы никуда не успеем, ни к тому, где надо, да? ни к этому. Там просто еще где-то геник чинился, я слышал. Пока бегал. Ага. Хорошо, так чинился. Ой, это Феликс, я за ним не побегу, ну его нахер. О, Клоуд продалась. А чё это? Ай, блядь. Ну, я думаю, тут даже на ничего не выйдем. Ну, это она продалась. Они уже все в тех воротах, как бы. И уже почти открыто даже. Ну, эти ворота открыты. Они по связи, наверное, играют, потому что, ну, я слышал, как Девкан чахал. Я до сих пор его слышал, где-то рядом. Вот где он прятался, сука? А, они в итоге те ворота решили открыть, да? Ёб твою мать! Блять, это было бы так эпично, если бы он сейчас подох. Лежать, дрянь. Блять, ну это было эпично. Он просто не ожидал, нахуй. Воебоны сгубили. А чё? Крюк. Ну крюк. А крюк? Это пиздец. Крюк же! Ну это же крюк был!
Нормальный крюк целый. Ага, а закрыто здесь говнюк. Умри, ублюдок. Это самая душная ничья Ивар вообще. Просто я не знаю. Простите, что? Ну да, отыграл как лох, конечно. Не, ну вы все это дерьмо видели, да? Ну там же видно было крюк. Я прям в упор к нему подошел, к этому крюку, а у меня не загорается кнопка повесить. Че с игрой сегодня? То у меня Лего лагало, блядь. То крюк, я вижу крюк, но не вешаю на него. Потому что кладетку я вешал в коридоре. Как сейчас помню, я ее в коридоре вешал. И она там слилась. А тут висит крюк, конкретный крюк. Его видно, что это крюк, он не сломанный. Но нет, нихуя, не вешается. Бля, ну хоть на ничью, и то потому что, ну, бля, ну в конце прикольно было. Выебывался, приседал, еще девку заблочил. Тут у меня фанатение, это, как это, кульминация началась. Чувак там припустился, он, наверное, скажет, ёб твою мать. Это было забавно. Но в итоге я ножами и положил, рикошетищами. Да, рикошетищи на закрытке, конечно, хорошо, ну ладно. Трикстер у нас сыграл в ничью, в такую прям душную, плачевную, прям еле высранную. Но я думаю, даже если бы я его повесил, перезарядил бы ножики, просто бы встал в лицо ему, нахуй, хуй бы они за ним пришли, скорее всего. Фу, блядь, душилы, конечно, жесткие. Раунд 3. О, это Онизавр. Ну, в принципе, Они на этой карте такой же, блядь, душный, как этот, Беляс. Если не хуже. В аддонах я ничего не шарю, управлять я им, блядь, не умею. И да, у меня нет главного перка. Самый главный перк для Они — небрежный мясник. У меня его нет. Это печально. Съебались куда-то. Ага. А без небрежного мясника, как говорится, жизнь не та. Что, за дротов дали? Стоит, чекает. И не просто бездумно бежит. Я слышу. Блять, съебались. На, говно. Он хотел слиться с этим, с пейзажем. Ну, почти получилось. А геники заводят тем временем. Ага. Тоже хотел поставить палетки, козел. Бля, что тут так резко-то? Попробуем М1 догнать. Потому что, ну, бля, я не хочу рисковать обилкой. Хуя там все повзрывалось, нахуй. Да, выброс — это вещь. Ой, подрыв, точнее. Я, кстати, еще думал насчет СБФЛ, но понял, что я его обилкой ебаный, хуй в кого попаду. А тотем у меня накрылся, да? Уже.
Хреново. Ну, я не добегу, конечно же. А здесь и бегать-то негде. А, не понял. Блять, успела, гадина. А чё это меня в сторону бросило, я не понял. Блять. Меня так сейчас в сторону мотануло, я столько времени потерял. Там чел уже по съебарю дал, да? А, блядь, на L1, Blood Fury-то. Погнали нахуй. Паровозик чух-чух. Да, ебать ты быстро нахуй это делаешь. Ага. А, кончилось, отлично. Ну хоть это трахбабахнули что-то там. Не, ну да, здесь, конечно, с силобилкой тоже как бы ловить нехуя. В принципе, у меня, кстати, здесь треук какой-то есть. Может тут, блядь, околачиваться? Всяко лучше, чем по всей школе бегать. Так, тут у нас идет откат, неплохо. Бля, там две тотема. Их как бы прикольно было зажечь бы, наверное. Чтобы немножко замедлить игру. Но нахуя это добрал, эту пентименту? А нахуй они... А, их два, что ли, типа? А можно как-нибудь по-резкому вниз? Я просто там слышу, как движ какой-то идет. Такой знатный. Ну, блядь, что-то как-то резко. Слишком резко, я не ожидал. Ага, я здесь. А они нет. Блять, переиграл, сука. Там окно, да? Да, блядь, что ж ты не дотягиваешь, Соня? Ну я говорю, я на этом Оне ебаном вообще не люблю играть. Блядь, там спрыжка.
это нет, это... С кровавой этой хуйнёй может быть. А нахуй. Ну чувак просто реально затупил. Прям по-конкретному затупил. Да там уже ген завели, ты чё? А чё ты не врываешься, братан? У тебя был... А, может еще есть. Может повесишь? Спасибо. А, ну мне и тревог разбили, в принципе, мне тут как бы вообще. А это пентимента даже одна, нахуй, она беспонтовая. Вон тот заведут сейчас. Кого я там все, хуй его знает. Надо же, я думал, сейчас осколок будет. Единственный в катке, я на него нарвусь. Так. Погнали туда. На гипердрайвах. Назад. Нет. Я просто думал кого-нибудь это напугать. О, уже сели, блядь, я только отойти успел. На, это ты, говнюк. Ну, погнали. Да, кладетка внизу сидит, я в курсе. Ну да, она внизу сидела. Они эти ворота открывают уже. Ну чё, ставим в лесу и в ничью? Когда эта тактика работала, интересно. Да, там уже ворота открывают вовсю. Ну да, чел первый раз висит. Ну чисто от размена играть, если только. А других вариантов как бы я не вижу особо.
Но они будут его пытаться спасать, иначе бы они ворота уже открыли. Блядь, тут еще палетка, вы не выбитая. Да ладно. Но я же снял. Ну, в смысле, это, не снял, а как это? А у него защита. Ну, бля, это идеально. Просто идеальные сурвы. Ну, как обычно, в общем-то. Да не, ну там нереально было никак. Ну, блядь, я не понимаю, почему я хватаю его и не хватаю его одновременно. Просто хит даю. Потому что... Я четко прям попал в тайминг его поймать. Нет, не поймал, потому что, блядь, это какой-то супер-пупер задрот мансер, блядь, который, блядь, токсит, блядь, приседает нахуй. То есть, блядь, неуловимый мститель ебаный. Вот этот самый слабый додя был, блядь. Чисто его затуннелил и все, блядь. А эти, блядь, ну... Ну, блядь, в принципе-то, блядь, билды хуйня, блядь. Ну, я на Оне вообще играть не умею. Особенно на закрытых картах как-то, ну, хуй его знает. Короче, блядь, дно. Ну, в общем-то, я ожидал, что он будет дном. Я вообще на него даже не ставил. Я знал, что он обосрется, блядь. Даже убили, и то, наверное, как-то с обилкой получше. О, блядь, даже нож потерял. Опять этот баг. Короче, в пизду. Ну и задротов, конечно, вот подстать ему, блядь. Я хуёво на нем играю, а мне давит задротов, нахуй. Я бы на нормальном маньяке еще бы, пожалуй, хуй поймал бы их. Раунд 4. Самая легендарная японская Анрё. Садако Ямамура. В не менее легендарной японской... Silent Hill. Ну да, не забываем, что Silent Hill — это японская игра. Не ожидали, засранки? Хорош. Хорошо, я подкрался в тихую. А я быстрее. Что-то мне хотела сказать, Ребекка. Повтори еще раз. Я не услышал. Неплохо. Ребята, а вы чё? А, у меня крюк решили освободить. Это так мило. Еще хочешь, тварь? Давай, Рекс, свой осколок свой. Выбьем сразу. Нет? Что ж такое, Джилл? Подожди. Беги, псина. Чё нахуй? Чё хочешь, говнюк? Слушай, надо её дожимать. Они сейчас бегают, хуйней занимаются. Это хорошо. Мы можем ее дожать и сделать минус один. Они все здесь. Это главное.
Да ну. Нет. Блять, вот вы долбоёбы в натуре. У них чё, квест? На засвет или чё? Ребят, ну вы научитесь сначала, а потом, наверное, да? Чё-то там из себя строите. Не, ну я как бы ожидал, душил. Успеешь, говнюк? Не успел. Ну только они пытаются душить, но у них что-то не получается. Пока они хуйнёй какой-то заняты, реально. Ну так, для профилактики. Пускай будет. Пускай будет. Так, надо палетку выбить из нее. Не туда. Так, у нас две мишени. Бля, нам надо Джилл бы добить. Так, это Эш. Он мне не нужен. А, даже так? Давай быстрее. Я куда разбежаюсь? Ну я сейчас всру, наверное. В другом месте развела. Так, нам, по идее, не должна успеть была поставить гранату. Но они сменили тактику, очевидно. Так, Джилл. Ой, я забыл, у меня же этот есть. Эта штука. Подрыв. А я думаю, что там все взрывается? Оказывается, вот оно что. Умри, гадина. Ну что, ребят, как, нормально вам? Я здесь. Давай отпинаем. Так, для профилактики. Ускоримся. Отлично. А без ускорения я бы хрен, наверное, смог. Успею не донести, нет? Умри, гадина. О, ребята, ребята.
Что-то вы, ребят, походу, до себя, до хрена в себя поверили. Прям очень до хрена в себя поверили. Звук такой интересный. Перекарабкивается так. Ну да, они вот начали наглеть. И это стало причиной их поражения. Не, ну смотри, реально, кони, эти фонарики. Там все было как надо. Там все было заряжено на победу. Или на издевательство. Но мы не расслабляемся. От сорвов можно взять все, что угодно. Что такое, ребята? Очко заиграло. Где же вы прячетесь теперь все, а? Сучара. Э? Ты что, без звука? Не, ребят, я не понял. А вам что, не весело, что ли? Нет, так начали бодро. Фонариками там пытались что-то делать. Ну, они сейчас будут стелсить, сучары. Я тебе отвечаю. Они еще меня, пожалуй, заведут. Запросто. Тыкву хуйнул. Но следы ты все равно оставляешь, козел. Ничего, побегаем. Тяжеловато, конечно. Блять, он темный такой, его плохо видно. Тяжеловато, но для сорвов нет ничего невозможного. Справа, слева. Ага. Говнюк. Я знал, что он будет прыгать рано или поздно. А у него был фонарик? Был. Он, наверное, уже на помощь зовет. Давай, сбрасывай. Да ладно. Хорош. Лежать, ублюдок. Ну я вспотел, да. О, подвал. Позорная смерть, я ж позорная. Но ты был молодец, ты был неплох. Мне что-то... Штука. Как она называется? Игрушка. А, он продался, сука. Так, мы на каком этаже? На первом, да?
А, сука, а? Ну повезло ей, гадине, повезло. Но все равно это был разъеб. Ребята-то зашли скилловые, думали, а, лошара сейчас какой-нибудь, мы его отдрючим, да еще и на Садака. Ой, как-то внезапно Садака их отдрючила. Не, если честно, я не ставил на Садак. Вот правда, я думал, ну, после 4 побед, у меня ММР вообще жесточайший, меня сейчас жесточайше отдерут. Но внезапно ребята слишком дохера в себя поверили. Конь. А что у нас еще, стояк, да? Или что это? А, крыс, перк крысы, Адрик. А, стояк, да. Конь и этот самый червячок. Спринт. Ой, а как спринт хорошо контрится вот этим вот перком, да? Особенно если в инвизе подойти. Ну что-то какой-то... А, ну вот это тотемная падла. Странный билд. Они что-то пытались изобразить непонятное. Типа какую-то дрянь. Бегали там что-то вокруг, фонариками щелкали. А в итоге обосрались. Итак, подведем итоги 4-го отборочного соревнования. Ну, как и ожидалось, Они обосрался максимально. Ну, как бы, типа, это не мой маньяк. И против задротов, как бы, ну, там вообще шансов никаких. Самого слабого затуннелил, и все, пошел нахер. Так что Они, до свидания. Трикстер очень дико потел, очень старался, очень плакал. Ого, а там даже глаз еще показывает. Короче, Трикстер молодец, он хотя бы вытянул в печальную потную ничью, но, к сожалению, шоу на бис не будет. Одно очко. Трикстер покидает нас. До новых встреч. Садака набирает 2 очка. Ну, что, в общем-то, дает ей право поучаствовать еще. Но я надеюсь, что она будет стараться лучше. Ну и самым главным топовым победителем этой отборочной группы становится, блядь, вы не поверите, Ринка. Моя Нинуся, блядь, всех порвала. Типа, чего, блядь? С каких-то пор? Я прям даже в шоке, если честно. Ну да, у нее там был один печальный опыт, когда все слились, но во втором матче, извините меня, она там надрала всем задницу. Неужели у нее настолько сильно упал ММР? Ну, если так, то в следующем уровне ей так легко уже не будет. Но на этом 4-й отборочный тур, посвященный маньякам с Азии, Востока и так далее, мы заканчиваем. Увидимся в следующих отборочных уровнях, коих будет еще 2. Ну а потом составим команды и поедем уже биться на победу. Всем спасибо за просмотр. Hasta luego.